Так, ребят, также читаю комментарии и хочу немножко внести ясности, потому что многие пишут в плане того, что давай больше там про любовь, про отношения, хватит там своими проектами, розыгрышами и так далее. Ну, во-первых, розыгрыши, я считаю, это круто, потому что мы даем возможность людям, другим, выиграть деньги в столь нелегкое время. А во-вторых, что касается любви. На данный момент то, что творится у меня в жизни, данный промежуток времени, ну, не особо у меня есть настрой об этом рассказывать, об этом с кем-то говорить, кому-то выговариваться, может, как-нибудь, не знаю, может быть, строить из себя жертву, либо бить себя грудь, какой я, да, человек. Нет такого состояния. Я не знаю, что будет завтра, я не знаю, что будет послезавтра, но на данную минуту я просто-напросто хочу об этом помолчать. Вот и все. Ну, по традиции, как выглядит наш вечер. Смотри на китайцев, как они ждут свою очередь по 5 человек на один тренажер. Ничего, Россия, скоро у вас то же самое начнется. Знаете, что интересно? Когда люди начинают там писать различные оскорбления, это все фигня, это все проходили. Но когда люди начинают писать то, что не является реальностью, то, что не является как таковым, это уже начинает бесить. Почему? Потому что судя по тому, как они на меня подписаны, знают, что я встречался и с Викой, и с Настей. И они знают, что Вика самая обычная. Когда мы начали встречаться, у нее было 300 рублей в кармане. И Настя самая обычная, синица такой же, как и я, и писать мне, что я Альфонс. Блин, ну это глупо. Знаете, что самое интересное, что в любой ситуации, какая бы ни происходила, какие бы решения не предпринимали люди, в любой ситуации я становлюсь крайним, я становлюсь самым плохим. Вот что бы ни происходило в моей жизни, в моих отношениях. Окей. Без звуков, без зрителей, все понимаем. Без слов, без зрителей.